Всем привет, Алания, четверг 26-е, время 20:44. Кто не смотрел, как я вчера здесь ходил в гордом одиночестве, обязательно посмотрите по ссылке. Сегодня, как вы видите, людей здесь довольно много и уже, сколько я сказал, время? В 20:30 первые выступающие. Да, уже они на сцене, наверное, джазовый фестиваль. Первый день открытия было или в 7, или в 7:30, я думаю. На открытие я уже не попал. Я Джиган. Сейчас мне интересно. Ну, я думаю, сильно много людей там не будет, хотя кто его знает. Сейчас посмотрим. Может быть, там всего там сотня человек, а может быть, сейчас посмотрим. Просто место туристическое, конечно, все идут к башне. И на смотровую там сейчас не подойдешь, потому что там сцена стоит. Жарко на улице. Очень тепло, по крайней мере, если жарко. Слова не подходят даже сейчас. Так что не переживайте, все окс погода. Парень еще не дошел на большую сцену, до джазовой. Сейчас если он Цоя запел, я попал в обморок, отдал бы ему все деньги, что у меня в заднем кармане. О, Мурат, Адем Мурат Юджель уже вручает подарки. Как всегда, артистам. Молодцы, кстати, что они экранчик догадались поставить даже здесь. Вы видите, где уже идет концерт. Вернее, вручение подарков сейчас там идет мэром. Думаю, хороший свет, хороший звук там сейчас будет. Да, может быть, они только вышли выступать, он вручает подарки. Вчера это кафе было закрыто здесь. Все было залито водой. Аж не верится, что это все было вчера. И никто не смотрит, как я тут гулял радостный по пустой Алании под дождем. Здесь, напоминаю, секретное место, где, имея железную лиру, молодцы сделали, можно в кафешке сидеть, тоже смотреть и слушать по экрану. Или отойти чай попить и ничего не пропустишь. Имея железную лиру, здесь всегда можно купить холодную воду в этом автоматике. Мы уже почти пришли к башне. Ну, я думаю, в общем, людей, конечно, там немного, скорее всего. Скорее всего, немного. И в этом нет ничего удивительного, потому что джаз это не попса, конечно. И это музыка для интеллектуалов, для умных людей. А умных людей сейчас, как известно, очень мало. Процентов 90 быдло. И, в принципе, это относится не только к нашим странам, а к любым, наверное. Так, можно ли там зайти? Что тут красиво? У нас мы прямо на начало приходим, можно сказать, на открытие практически. Внутри там сидячие места, получается, здесь вот трибуна слева. Она, в принципе, полная, это радует. Здесь внутри тоже сейчас. Потом проберусь поближе, наверное. Сейчас пока там не вижу. Не, ну есть места свободные, пока не хочу туда. Это не флейта, это дудочка какая-то деревянная.
Там люди стоят, где башня, сверху смотрят. Посмотрим сверху на сцену. Здесь тоже экраны, как вы видите. Вот экран. Вчера здесь был, когда это все монтировалось. Пойдем к башенке. Здесь можно зайти туда, где стулья, все это бесплатно, естественно. Я вчера ходил здесь, не мог понять, куда делся якорь. Они либо сцену на якорь поставили, либо как-то его замаскировали. Я его, короче, я не нашел вчера, где якорь, который стоит на этой площади. Съемка идет телевизионная с кранами профессиональными. Вот тут зачем они сделали еще заграждение, не знаю, тоже лишнее, конечно. Чтобы сверху ничего не кидали, не подходили. Ну, это излишние меры безопасности. Вопрос открытый, где же якорь? И вот мы уже почти на сцене. Сейчас я приближать их буду, там огонь и вода, короче.